Потому что директор Тан упал с 5-го этажа, поэтому... Лоутан! Отныне расследование далеко на мне. Когда последний раз видели своего отца? Тогда вместе выходили из дома. Лоутан ушел. Для меня похоже на облегчение. Все под контролем? Танчжи, в самом деле, Дзяньцзи, в правительственных отношениях. Старый город целиком перестраивает, а также помоги Дзяньцзи, уничтожь его. Дзяньцзун, офицер Сиан. Проверяешь Дзяньцзи Чиня? С чего заранее не предупредил? 5 лет назад исчезла Ань Юнь. Никаких садись в сторону отца, доводилось выяснить Дзяньцзи. Правда, вас не волнует? Перед инцидентом я видел заметки отца. Его подозрение о безымянной девушке найдено в прошлом году. Жертва связана с Ань Юнь. На ней пропавший не кончается, вот в чем реальная загвоздка. О некоторых происшествиях невозможно полностью рассказать. Слышь, лояльный борец за истину. Я нашел доказательство, она снова объявилась. Воочию убедился! Чего думал, каким местом тебя касается? Просто позволь ему изъяхнуть! Чтоб ты сдох и вернулся к жизни! Призрачный ветер, гонящий дождевую тучу. Я досконально разберусь! Полиция! 4 апреля.